Я думаю, ни для кого не секрет, что Священное Писание – это светильник для наших ног. И надеюсь, что в этом году Священное Писание, которое мы выбрали для ретрита, отрывок из пророка Исаии: «Проходите, проходите ворота, приготовляйте путь народу». И я хочу вам сказать, дорогие друзья, кто еще не успел зарегистрироваться на наш мессианский ретрит, который пройдет уже совсем скоро, мы вовсю приготовляем путь народу. Мы вовсю приготовляем путь и зал для народа Божьего, который соберется здесь 8, 9, 10 мая. А сейчас мы, как видите, шлем вам большие поздравления с Пейсахом. Желаем всем вам множества благословений и окончательного исхода из любого рабства. И ждем вас здесь, на этом месте, Озерная 26, город Черноморск, 8, 9, 10 мая.